Если в первом тайме, там, до удаления, может быть, у нас где-то было преимущество, где-то какие-то моменты были, где мы могли выжимать, то, конечно, уже после удаления вынуждает команду перестроиться на игру в обороне, сложнее помышлять об атаке. Но, наверное, в целом надо отдать должное, как мы играем в защите, то есть за 90 минут практически ничего опасного в наших воротах. Хотя бы здесь в этом позитив надо искать. Ну, конечно, нам хотелось выиграть и ехали сюда с мыслью о победе, но учитывая то, что было удаление, конечно, двоякое такое чувство.